Привет всем, дорогие друзья! Вы на канале Тайна НЛО, и тайна у нас начинает раскрываться. Происходящее все глубже и углубже уходит в то, что мы, дорогие друзья, давно уже с вами это знаем, а именно вторжение. Но что на самом деле бывает о том, что люди не хотят говорить вообще, ну а тем более показывать? Если они покажут очень удивительные сюжеты, то, знаете, к ним придут или просто-напросто изменят ихнюю жизнь. Что и дает о себе знать то, что люди в последнее время никогда не верят о правдивости тех видеороликов, которые засняли другие люди. Давайте мы с вами разберем много чего интересного, а именно то, что это, дорогие друзья, только начинается происходить прямо сегодня и прямо сейчас. Меня зовут Тайна НЛО, и я, дорогие друзья, прошу, чтобы вы досмотрели этот необычный видеосюжет до конца, а самое главное, подписались и самое главное, не забыли поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одну серию от меня. Так что, дорогие друзья, первый видеосюжет совсем шокировал множество людей. Там оказалась деревня в огне, но в какой огне она оказалась? Пришельцы напали на деревушку, посмотрите эти ужасающие кадры. Все горит, пыхтит, а сами космические корабли именно в плане того атакуют эту деревню. Конечно, кто-то скажет, что это фейковый видеосюжет, но это было сделано, дорогие друзья, на Украине, где это нельзя забыть. Что происходит, вы видите 4 космических корабля и много дыма. Что это вообще происходит? Говорят, НЛО напали на деревню неспроста. Кто-то забрал или кто-то что-то утащил с какой-то пещеры, какой-то интересный артефакт. И эти космические 4 корабля нашли того человека и начали уничтожать всю деревню. Правда это или нет? Но, дорогие друзья, этот видеоролик был сделан на Украине. И всем известно, что этот ролик, дорогие друзья, уже год летает по социальным сетям. А вот второй видеоролик, который также шокировал множество людей. Космический корабль был заснят во Франции. На альпийских, можно сказать, красивых лугах. Но что там происходит, дорогие друзья? Вы видите, что космический корабль пролетает мимо туристов. Туристы, конечно, запечатлели эту картину неспроста. Но самое главное то, что этот космический корабль был замечен еще и в Швейцарии. Но потом он улетел в сторону Лондона и ушел под воду. Что-то меня как-то это уже настораживает. Но происходящее уже не забыть, как и настоящее. Этому ролику всего лишь каких-то полумесяца. Но хватило, дорогие друзья, узнать о том, что на самом деле скрывается в небе. Ну и последний видеоролик, который напугал очень множество людей. НЛО охотилось за людьми. Самый красный передовой космический корабль, это самый агрессивный НЛО, напал на людей. Вот и эти кадры. Люди пытались убежать, но когда уже поняли, что этих космических кораблей не один, а несколько штук, они закрыли путь этому человеку и просто-напросто его почти чуть не утащили. Слава богу, он спрятался под какой-то необычной овраке в лесу, что сами космические корабли не могли найти и улетели, но так его слова были. Этому ролику 2 года, дорогие друзья, но он также успел множество набрать критики. Как вы думаете, правда это или нет, дорогие друзья, решать вам. Ну а в общем, с вами был Тайна НЛО, я надеюсь, вам понравилось, поставили лайк и подпишитесь на мой канал. Thank you.